нормально так согласую, поработала. Я не помню, по-моему, от 25 Ом до 150 Ом. Вот в этом диапазоне согласую, поработала у меня на приемке. Наверное, тоже так где-то, тоже так вот. Гудит, потом пипи и выключается. И, в общем, не хочет согласовывать. Ну, ты видишь, блядь, была бы это. Вот это вот тут поблизости и сосны есть, но так их провести, я заезжал, метров попадать до 30 метров, а так их провести, вот это вот проблема. Была бы мачта нормально, я бы уже натянул бы и туда антенны, и куда попало, и как попало. Да, кстати, слушаю на 80-ке, у меня даже запитанный где-то позывной, полностью антенна сделана базука с ПРППМ. Без нарузок, без ничего. Просто ПРППМ висит, запитка ПРППМ и ПРППМ. На концах замку старшего антенна. Ага, значит, можно сделать, только вот, вот момент такой меня смущает, мне в треугольнике все время это не нравилось, когда начинается обледенение, то представляешь, там сколько намерзнуть может на этом РППМ, Серега.